Здравствуйте, меня зовут Светлана Жлудова. Я руководитель кружка по декоративно-прикладному искусству в культурно-досуговом центре имени Наумчиковой Валентины Ивановны. Мал лоскуток, да очень важен. Важен для тех, кто создает лоскутные мозаичные картины, для тех, кто шьет лоскутные одеяла, для тех, кто украшает предметы интерьера, аппликации. Важен лоскуток и для тех, кто только начинает приобщаться и познавать это древнее рукоделие. Наш мастер-класс для детей от 7 лет. Шить мы пока не умеем, мы будем делать лоскутную аппликацию. Но должна вас предупредить, что это занятие для усидчивых, терпеливых, неленивых и даже бережливых детей. Ну что, готовы? Тогда начнем. Для работы нам потребуется лист бумаги, картинка котика, клей, ножницы, фломастер и, конечно, разноцветные лоскутки. На лист бумаги мы приклеиваем, чередуя цвета лоскутков. Очень важно подобрать лоскутки по цвету, чтобы они сочетались между собой. Я взяла зеленый, цветной салатный с лапками, розовый. Наклеиваем рядышком аккуратненько. Лишнее мы потом срежем. И опять цветной. Итак, каждый ряд. Но теперь мы по-другому раскладываем лоскутки. Наоборот. Цветной. Розовый. Опять цветной. И зеленый. Итак, мы заполнили все пространство лоскутками. И последний штрих мы наклеиваем рисунок котика, вырезанный по контуру, чтобы наша картинка была веселее. И пунктирной линией как бы пришили его вручную. Ну вот, работа готова. Потом мы аккуратненько обрежем, чтобы не было видно белого. И все. А с помощью лоскутков 4 лоскутика. Картинка кошечки. В стиле квиллинга сделан цветочек. И вот открытка. Такую можно подарить маме и бабушке. А если поменять цвета лоскутков, то можно и папе, и дедушке. Спасибо за внимание. Творческих вам успехов!